У держателей банковских карт появилось больше возможностей совершать мгновенные переводы по номеру мобильного телефона. Теперь это можно делать не только в пределах одного банка, но и в другие кредитные организации. Об этом РБК Уфа рассказали в пресс-службе отделения Нацбанка по Башкортостану. Перечень финансовых учреждений, которые подключились к системе быстрых платежей, расширился до 28. Таким образом, сервис онлайн-переводов стал еще более удобным. Держателям банковских карт достаточно зайти в мобильное приложение своего банка. Вы заходите в мобильное приложение своего банка, при этом банк должен являться участником системы быстрых платежей. Выбираете в меню способ платежа, там, система быстрых платежей или мгновенный перевод, или оплата по номеру телефона. Из списка своих контактов выбираете получателя, если вы платите в пользу физического лица, или набираете его номер. Платеж уходит мгновенно и уже через несколько секунд становится доступен получателю. Кроме переводов с карты на карту, система быстрых платежей тестирует возможность оплаты товаров и услуг при помощи QR-кода в магазинах. Его достаточно отсканировать через мобильное приложение банка, ввести и подтвердить сумму к оплате на экране. Магазин мгновенно получает платеж на счет в банке, при этом комиссия для торговых точек на порядок ниже, чем за карточный эквайринг, пояснили в Нацбанке Башкортостана. За первое полугодие 2019 года жители республики с помощью банковских карт произвели оплату на общую сумму 165 миллиардов 600 миллионов рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, цифра выросла на четверть. Всего у жителей региона 4,5 миллиона активных банковских карт. Это на 9% больше, чем годом ранее. В среднем по одной карте в месяц производятся операции на 4225 рублей.